Привет! Сегодня очередная распаковка на канале. И сейчас у нас на распаковке, похоже, защитное стекло. И действительно, это у нас защитное стекло на телефон компании Xiaomi Redmi 6 Pro. Вот такое вот защитное стекло. Продавец вместе с защитным стеклом, не знаю, видно или нет, оно в каких-то квадратиках, все под углом, в точках, имею в виду не квадратиках, а точках. Ну, наверное, это на отображение не влияет никак. Вместе с стеклом продавец положил две наклейки, две салфетки, влажную и сухую для поклейки его. Клеить мы стекла уже давно научились петелечным способом, так и легко, и в ответственный момент не дрогнет рука. Потому ссылку на данное стекло размещу внизу под видео. Кому пригодилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. До скорых встреч на канале.